Величественный, элегантный, в классическом черном цвете. К этому роялю так и тянет прикоснуться. Это не просто музыкальный инструмент. На рояле, который находится в селе Выхватинцы Рыбницкого района, играл великий маэстро, чье имя известно во всем музыкальном мире – Антон Григорьевич Рубинштейн. Хочу сказать, что у Антона Григорьевича Рубинштейна было два рояля – белый и черный. Но он больше предпочитал играть на черном. Белый находится сегодня в Ленинградской консерватории в музее, а черный сам по воле судьбе приехал к нам на родину. Хочу сказать, что история его очень интересна. Это получается, что тысячный экземпляр фирмы Бекер. Хозяин этой фирмы сделал подарок, и выбор пал на Рубинштейне, так как он был в то время великим гением, маэстро, основателем первой русской консерватории и первого высшего музыкального учреждения, поставив основу общеобразовательного музыкального профессионального образования в России. И вот он сам по воле случая приехал к нам на родину. Музыкальный инструмент великого композитора, пианиста, педагога, основоположника профессионального музыкального образования в России, работники Выхватинского музея оберегают и гордятся тем, что Антон Григорьевич Рубинштейн – уроженец их села. Ирина Шлаева, Наталья Лисеева, Олег Слободенюк, Лик ТВ.